Покажу, как заменить батарейку в наручных часах. Вот видим, стрелочка стоит на месте, не вращается. Давайте, чтобы заменить батарейку, видим, если у нас вот такой браслет, да, то нам придется, скорее всего, снять этот браслет, чтобы было это дело удобнее нам. На камеру видно или нет? С одной стороны штифт такой плоский, а с другой такой с насечкой, как под отверточку. Значит, чтобы нам вынуть звено, надо вот с этой стороны. Не там, где насечка, в общем-то. Берем подходящего диаметра какой-то инструмент, чтобы у нас была возможность выдавить. И давим. Так. Все, вытаскиваем. Теперь надо снять эту крышечку. Бывает, что защелкивают, бывает на резьбе. Здесь мы видим часто вот такие насечки по краям. Это говорит о том, что это по резьбе должно выкручиваться. Так, аккуратненько крышечку в сторону. Стараемся при работе, чтобы сюда лишний раз пальцами не залазить. Никакая там пыль, грязь сюда не попала. В общем, к механизму очень аккуратно относиться. Вот здесь на плате указано Japan. Японский механизм. Так. Так, вот тут зацепление. И здесь вот такая есть эта штучка. Вот эту штучку чуть-чуть отводим ее в сторону. Если вы не знаете, какую батарейку нужно прикупить, вот разберите, вытащите старую. Посмотрите здесь маркировочку и уже по этой маркировке делайте заказ. Но, в принципе, есть и аналоги. Главное, чтобы по размеру она все совпадала и вот в это посадочное место вставлялась. В общем-то, видите, у меня тут несколько батареек, все это часовые батареечки. Они как по ширине, так и по высоте немножко разные для разных часов. Так, какую мне надо поставить? Вы можете посмотреть, если у вас тут никакой надписи нету, вот допустим, вот на этой батарейке не указано. 6 миллиметров в диаметре. Новую батарейку, конечно, не надо так замерять, только вот старую, потому что замкнете. 626. Прежде чем установить, возьмите мультиметром, проверьте, напряжение должно составлять 1,5-1,6 вольта. Если меньше, значит, они уже срок годности у них вышел или еще что-то. Надолго они не проработают, поэтому вольтаж обязательно замерьте. В пазике защелкиваются. Ну и тут что-то похоже. Ведите вот эту собачку в сторону. Подцепить ее. Батареечку поставили. Так, переворачиваем. Так, секундная стрелка уверенно двигается по циферблату. Посмотрите, ни одной царапинки. Я говорю, очень качественное вот это японское стекло. Мне еще нравится. Сами уже сам корпус уже весь потерся, а на самом стекле нету царапин. Молодцы китайцы. То есть японцы. Помещаем. Одеваем.
и вдавливаем Видите, как легко и просто все, и непринужденно. Так, все, вдавили. Нравится мне вот такой браслет с такой системой. С двух сторон так поддавливаешь, вот и раскрылись. Ну, а здесь просто на защелочке. Все. Все прекрасно, все отлично. Здесь налаживается. Всех поздравляю. Ставим пальчик вверх. Подписываемся на мой канал. И не пропускайте выходы новых видео. Всем пока.